Заканчивается у нас ремонт сквера возле ЗАГСа. Так вот он теперь выглядит. Такая вот карета в виде сердца. Дальше сердечко. Теперь будет пара, где фотографироваться. Видим, ремонт еще как, в принципе, продолжается. Еще ландшафтный дизайн тут какой-то проводит. Сделали дорожки. Место тут, конечно, интересное. Тут мы видим строителям памятник. Раньше здесь был кинотеатр в центре этого сквера. Сейчас там магазин и кафе. Рядом есть кулинария. Вот такая вот детская площадка сделана как раз тут, кстати, потому что кулинарии делают пироженки, коктейли молочные. Деткам очень нравится это место. Хорошо с детьми здесь гулять. Место недалеко от центрального рынка. Рядом здесь есть музыкальная школа, дом быта, старый кинотеатр очень долго пустовал, очень хорошо, что ему нашлось такое применение. Сделали там супермаркет-индикатор. Видите, тут тоже облагораживают. Еще делают, работы ведутся. Это вот фастфуд вроде Макдональдса. А вот сам магазин бытовой техники индикатор. Вот это здание раньше пустовало. А кинотеатр сейчас в ДК. Это 3D кинотеатр. Современный, очень хороший. В городе уже начали хоть что-то делать. Видим, что и дорожки начали делать. Потихоньку скверы облагораживать.